Ты мое море. Это собралось. Я голодный здесь. More scrutiny on what I do. Act more stupidly. Понесла еще. Привет. What's up? Это Благо. Белый. A.K.A. The Мальчик. A.K.A. Инопланетянин. A.K.A. King Penguin Император. Я тут с моими братьями Тостер. Мы сейчас будем слушать треки, песни из моего плейлиста и буду отвечать на вопросы, связанные с ними. Кайф! Окей. Мы все знаем этот трек. Все как мы любим, это просто мысли вслух. Когда потухнет свет на кухне, там останется гуф. Плюс еще скоро появится свет из окна. Все должно быть нормально, пока за окном она. Пока в облаках летают такси, вертолеты, ленинские опять перекрывают из-за прилета кого-то. В союз печати продолжают продаваться блокноты. Пристально палят за нами эти семь высот. Я когда слышу трек, я больше, для меня больше ЗАУ, Западная Москва. Вот, больше прям Арбат. Арбат для меня это был всегда типа как, ну, для меня центр. Наверное, это не первый трек от Гуфа я слышал, но вот когда я услышал этот трек, мне прям вспоминало, как Канье делает свои треки со соул, что соул сэмпл. И это очень, ну, что-то вот первый раз я такое слушал из России, что прям именно это такой типа соул сэмпл в русском рэпе. Это было что-то новое. Сразу пойдем в классике. Почему именно он? Потому что это был, наверное, это я услышал 2008 год. Это был первый рэп-альбом, который я услышал на диске. Я слушал там в машине. До рэпа я много слушал металл. Я слушал там металл и альтернатив. Blink-182, Slipknot, System of a Down. И что-то вот, когда я услышал Graduation, у меня как-то все... Я всегда любил рэп, но я подумал, вот это да, это прям что-то другое. И именно вот этот трек, типа, вдохновил что-то делать. Канье для меня вот топ. Два, топ-3, там тоже, ну, скажу сразу, Дрейк и Джей-Зи. Вот эти типа артисты, которые самый большой импакт для меня, самая классическая музыка. Вот для меня эта музыка, я могу сейчас послушать College Dropout, и это уже, ну, сколько прошло, 15 лет, и все равно вот, ну, эта музыка как будто через 20 лет тоже та же самая будет. Ага. Ха-ха, круто. Есть какие-то неожиданные, но я вот это скажу, потому что оценят в России, 100 пудов оценят. Это был хит, огромный хит. Не рэп, не рэп. Я дроп. О, понеслась. Тектоник. Это астрономия Тони Иги. Это вот 2009-го, я был в 9 классе, начали вот по клубасам ходить с пацанами. И вот этот трек, когда мы ставили там вечеринка, или это хаус-пати какой-то, или ну, тоже ходили там куда-то. Вот всегда, я прям помню, мы бегали на сцену, сразу о май гад, вот этот трек. И это тем... Даже сейчас, я когда слушаю такой трек, я просто вспоминаю эти времена и все ребята, которые были со мной, просто мясо.
Потому что в России, как будто мне надо что-то в России сделать, да? Ну тут много треков, ну вот, наверное, тут уже было очень много людей на фиты, типа был ремикс на этот трек, и там был, там, не знаю, A$AP, 2 Chainz, Wiz Khalifa. Я всегда любил этот трек. И он необычный, знаешь, я ни разу не слышал, что кто-то там на тусовке включил этот трек. И это один артист в начале его. Это вот первый трек от артиста, который я услышал от него. И почему я начал любить его тоже. Если на русском, я бы вообще типа просто взял и типа сделал вот свой вер, типа ты даже не знаешь, типа это $1000 ботинки, даже не знаешь, что-то вот такое типа. Вот ценник не хочу сказать, но вроде Джон Лоубы. Классика, решил вот сегодня для тостера на классику. Даже скажу, не то, что жалею, просто типа я люблю этот трек, и вот бы хотелось, если я бы записал, мясо бы было. Но не жалею, больше я рад. Я рад, что этот трек вышел, рад за него, рад за всех. Чем чаще я буду с тобой, тем чаще буду трезвый. Ты мое море, и в тебе захлебнуло сейчас мое сердце. Под шум волны перестало бить, где-то в глубинах. Да, Маютик, вообще ты красава. Вот когда услышал этот трек, я сразу вот эта хитяра. Для меня вот почему я даже выбрал это, я больше просто по жанре хочу что-то сделать в дэнс-холл стиле. И я всегда любил дэнс-холл, всегда любил типа вот эти вайбы. И какие-то треки я просто сделал, и вот они просто не получились. Я думаю, вот как мне это сделать, как я вот так красиво, ну как он сделал. А Маютику огромный респект. Вау, интересно. Это очень интересно, где и когда даже. Я вот скажу артист, который мне вот, скажем, типа он взорвал мой мозг, потому что я не слышал про него, и вроде мой друг показал, мой брат показал, или я сам услышал, но когда услышал, я думаю, вау, чего? Это было вот это. Сейчас, найдем, конечно. ВК. ВК. Спасибо. I'm pretty cool. Это был Chance the Rapper, Juice. Он для меня был что-то вот полностью вот другое, что-то вот, но именно вот эти паузы, именно эта тональность. Chance это такой же артист, как Kanye, как Jay-Z, в том, как он использует соул, как он использует инструменты. Он очень, ну, супер, я вот не помню слова, но чего-то образный. He's different, he's really different. О, у меня есть один трек, который вот просто папа и мама, они, знаешь, они другие спектры музыки. Папа больше такие, типа, ну, скажем, диско-треки, больше, конечно, старые, типа, русские треки, которые я просто не знаю. По правде, я вот русский, все, что шансон, все, что, типа, я хожу с русскими ребятами на караоке, они все поют чего-то, я такой, я не знаю, я бы захотел, но я не рос так. А мама больше вот именно, типа, и альтернатив, и R&B, и попа. А что-то, что включаю вот для всех, ну, вот золотая середина найти. Включу вот. Пойду чуть-чуть больше в мамину сторону. Это вот трек, который мы всегда слушали в Калифорнии. Все, любовь.
Спиэдман, люблю. Она смотрит все мои видосы, слушает все мои треки, прям фанатка, крутая. Вот так что, мам, если посмотришь, привет, люблю тебя. И тебя, пап, оба. Вот 20-й год я уже поставил вот самый любимый трек, это правда будет, ну, от Майота. А если, скажем, 21-й, да, не пойдем обратно к 19-му. Скажем, именно 21-й, это вот мой любимый трек right now. Потерял себя, как найти теперь? Как? Снова собрал ей, я голодный зверь. Потерял себя. Буда. Будака. Лабура. Просто трек супер мясной. Вот именно типа сейчас мне оно очень много нравится, типа новая волна дрил. Обожаю биты. Почему даже мне очень нравится дрил? Вот тогда, когда R&B был, такие же вот барабаны используют. Типа, ну не трэповый, но типа такой же BPM быстрота. И вот как будто вот это тоже придалось в дрил. Просто трек мясной, очень. Как будто очень простой, но очень, типа, ну, комплексный, очень такой, типа, ну, грандиозный. Подписаны эксклюзивные вещи от Тостера. Наверху, наверху. Респект, Гонфлад. Мы разыгрываем, мы разыграем толстовку для вас. Подписывайтесь, пишите комменты. У кого самые кайфовые комменты, выиграет. Люблю вас, подписывайтесь. Тостер, плага, любовь.